Всем привет! Сегодня будем смотреть интересные постройки Твисти. Так, это немецкий дирижабль. Хорошо. Так, тут есть красная кнопка. Так, ладно, пока никто не видит, я на нее нажму. Воу, дверь открывать. Кстати, тут можно еще вот это закрывать. Штуку. Типа, чтобы когда летаешь, вот так просто никто не упал. Ладно, заходи ко мне. Чем? Так, тут есть проход и управление. Я полетел. Полетели вместе со мной. Мы уже на взлете. Как отцеплять-то? Куды нажимать? О! Мы взлетаем, ура! Я не понял, как это произошло, но ладно. Зато мы взлетели. Что теперь можно сделать? Я знаю, что надо сделать. Короче, это немецкий дирижабль. Как мы летим без одного хвоста? Хвосты ничего не делают, все делают шарики. Ну чё? Генерал, тут еще руль поворачивается. Куда будем лететь? Будем доплывать до конца. В смысле доплывать? Мы же летающее существо. Долетать до конца. Ладно, начинаем наше далекое путешествие в конец. Сделай ночной свет. То есть, Ого, как это мы выжили. Я думал, мы сейчас упадем. Ночной свет? Все будет. Да. И что теперь? Стало еще страшнее. Красиво. Давай ты будешь управлять, а я буду отдыхать. Я устал летать на дирижабле. Давай. На. Бери управление, я пойду побегаю, покушаю чего-нибудь. Пойдем за дверь. Блин, как-то мне страшно немного тут ходить. Ну ладно, немного экстрима. Закроем дверь. Так, что тут у нас есть? Как, полет нормальный? Ясно. Выбраться не можем. Выбирайся, тебе нужно выбраться любой ценой. Хорошо. А пока на улице. Ты можешь походить по этой, да. Я уже понял. Кстати, я могу открыть дверь. Никому ж не страшно. Надо закрыть. О, нет. Я сейчас могу кнопку включить, которая включает ускорители, и дирижабль делает сальтухи. Ой, не надо, пожалуйста. Я же упаду. Когда я скажу... О, это синяя, да? Нет, это желтая. Пока не нажимай, пожалуйста. Я двери закрою, сяду на стульчик, и потом уже можешь делать, что хочешь. Нажимай. Давай, я готов. Ты упал? Нет, я не упал. Останови эту штуку, пожалуйста. Это невозможно. Почему? Об этом надо было раньше говорить. Сейчас это нам не поможет теперь. Нам придется подождать. Либо мы умрем. Давай лучше умрем. Все. Давай еще раз полетим, только уже нормально вперед. Хорошо. Где оно? Ту-ту-ту-тум-ту-тум. Эпичная музыка. Я захожу через дверь и закрываю ее за собой. Тем временем дверь передо мной закрывается. Я вижу надпись, что ухом нельзя проходить в эту дверь. Ладно, все-таки пустим меня на борт. Я буду управлять. Так, тут есть, значит, несколько кнопок. Ну ладно, я не буду на них нажимать. Так, нажми на кнопку, чтобы разъединить нас. Ты шарики включил? Нет. Включи. А то мы сейчас упадем сразу. И нам придется подниматься долго. Сейчас, погоди. Хочешь свет? Включи-ка сам шарики, у меня они не включаются. Хорошо. За меня включи и потом дай мне управление. Я включил, посмотри сверху. Нет. Да, включил. Все, садись, идем. Поехали. Нажми на розовую. Со мной. Хотя сам нажми. Погнали. Проходить билд-бот. На этом дирижабле вроде. А чё мы криво летим-то? Я думал, мы будем ровно лететь. Огромная бомба летит в атаку. А для чего дирижабли-то нужны? Можно потом взорвать этот дирижабль. О, это будет самое веселое. А для чего нужен этот дирижабль? Чтобы полетать и посмотреть. Не воевать? На эту всю красоту. 5 секунд, полет нормальный. Видим водопад. Да. Летим. О нет, мы сейчас врежемся. А мы реально врезались. Экскурсию устраивать можно. Ждем. Посмотрите, справа от вас находится один водопад. А впереди и нас какие-то заросли. Ладно. Я вернулся. Молодец, мы на дирижабле летаем, давай к нам. О, поворот. Давайте, поднимаемся. О, там впереди цирк какой-то. И часы большие. Ладно, минута уже нормальная, мы никуда не грохнулись, это радует. Можно сделать автопилота и ходить по дирижаблю. Не надо. Автопилот улетит еще куда-нибудь. Давай лучше упадем. Мы привяжем дирижабль. Ой-ой-ой, теперь еще не подымешься. Ну, будем ждать еще 10 минут, пока мы подымемся. За кибером залететь. Я пока за кибером слетаю. Мы будем опять 10 минут сюда лететь. Что-то немного... Мне в белый заходить или быть в синий? Будь там, где тебе удобно. Дирижабль будет летать задом. В принципе, нормально. Не, ну реально. Это же цирк вроде. Мы сейчас в цирке, где нас обстреливают. Не любят тут ухов, потому что и не хвалят уху. Да.
дырку не понравился наш дирижабль. Так, там нужно развернуться. Блин, как этот дирижабль задом летает? Если этот цирк приедет к Кухограду, все, ему конец. Как мы летаем задом? Ну ладно. Хотя, в принципе, это возможно, думаю. Вы уничтожаете все законы в физике. Вы молодцы. Куда же мы летим? О, там новый уровень. Я на нем ни разу не был, кстати. Там еще сзади вот эти двигаются. Плавники, как у рыбы. Типа, делаем разворот к бездне. Сейчас будем падать. Готовы? Так мне к вам заходить. Да. Команду. О, аква уровень, на котором я еще не был. Так, мы пролетаем над токсичными отходами, внимание. А, вот там. Да, я там просто еще ни разу не был. Я типа билдобот давно не проходил. На таких машинах. Я так понял, когда дирижабль поднимался, он ломался, да? А дирижабль поднимался, нам было плохо, все. Ну, здесь видно. А, это, ладно, нет. Это тебе не надо знать, что было. Это были эксперименты. Ого, по нам рыбами стреляют. Блин, какой имбовый уровень. Почему я на нем не был? Но из-за этого уровня наш дирижабль уничтожен. Наш дирижабль идет ко дну. Как дирижабль может утонуть? А, короче, мы в любом случае бы на нем долетели до конца, можем рассадиться. Наша экскурсия подходит к концу из-за того, что пилот упал, так сказать, в воду. Будем еще что-нибудь смотреть. Воу. Но у меня есть... А хотя давай я еще постройку покажу маленькую. Давай, покажи маленькую. Постройки бывают маленькие. Это ракеты. О, красная кнопка и две обычные. Нажмем на красную, потом на обычную, потом на эту. Что-то взорвалось, ну ладно. Не особо важно. Хочешь полетать на ракете? Давай. Прям как в сказке. Сел на ракету и полетел. Теперь не хочешь со мной? Это будет круто. Обещаю. Давай. Ладно, садись тогда. Стой, в другую ракету. Давай вместе. Садись. Сейчас. Я даже знаю, как я сделаю. Аня, хочешь сделать так, как ты? Садись, стульчик ко мне. А я сяду. Нет, я знаю, куда я сейчас сяду. Давай. Сзади к огню. Сейчас, стоп. Готов запускать к нас? Ну, тогда я здесь сяду. Давай, скорее. Аня. Ты уверен, что ты пометишься там? Я там не помещусь. Давай, полетели уже, кибер. А где ты там? Пули. Здесь есть место? Нету. Сейчас. Мы можем подойти еще ничего. Ой, есть. Уже есть место. Надо трошечко... Кибер, ты мне сейчас испортишь. Меня. Съешь синюю конфету. А я почитаю. Ну, блин, ты вообще... Садись. О, полетели. Все, полетели, давай, запускай нас. Нет, секунду. Первого не минус. Все, да. А. Что-то она медленно летит. Если честно, да. Воу, медленно, да? Очень прям медленно. Это уже не медленно. Вот это уже не медленно, а это уже прикольно. Нет, ты всего колесе убрал? Да. Кибер, пока, ты улетаешь. Я рассадусь. Прикольная постройка, мне понравилась. Мы полетели медленно, а потом как разогнались до скорости света. Крутые были у тебя постройки, ну именно веселые, в смысле, сюжетом. С нами был Мухомор и вареная уха. Всем пока. Пока.